На совещании главы Чувашии с правительством республики обсудили вопросы, которые требуют внимания и усилий на этой неделе. Республиканские органы исполнительной власти начали разработку предложений для включения в адресную инвестиционную программу на 2019 и на плановый период до 2021 года. Разумеется, документ необходимо увязать с уже существующими проектами. С учетом вносимых изменений, в текущем году осуществляется финансирование 60 объектов капитального строительства, 12 укрупненных инвестиционных проектов на сумму 3,2 миллиарда рублей. Владимир Аврелькин назвал несколько проблемных объектов, по которым строительство еще не начато. Детский сад в новом городе, некоторые учреждения здравоохранения, дороги. Причины разные. Несостоявшиеся аукционы на определение подрядчика, не вовремя сделаны экспертизы проектов. Глава республики поручил муниципальным руководителям и отраслевым министрам взять каждый из них под личный контроль. На совещании обсудили ход весенней посевной. По данным Минсельхоза Чувашии, работы идут по плану. Структура посевных площадей, вся площадь под урожай 2018 года составит 560 тысяч. Яровой сев в текущем году планируется провести на площади 324,3 тысячи гектаров. На 21 мая сев яровых, зерновых и зерновых культур в хозяйствах республики проведен на площади 163,6 тысячи гектаров или 76,3% от запланированного. В 2017 году было 163,4. Государственную поддержку сельхозтоваропроизводители получают в плановом режиме без сбоев. С начала года доведено до получателей 680 миллионов рублей. Это 26% от запланированного годового объема. Нет проблем и с получением кредитов на проведение сезонных работ. Министерство образования отчиталось о подготовке к итоговой аттестации школьников. ЕГЭ и ГИА проводятся в республике не первый год. Схема отлажена, нововведений особых нет. Главное еще раз напомнить молодым людям, что приходить на экзамен надо, вооружившись знаниями, а не шпаргалками. Контроль в аудиториях будет вестись очень тщательно. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика.